колдую, колдую, заклинаю. Хочу, чтобы ты, волшебная палочка, обрела силу, огромадную силу, и чтобы ты могла превращать всех в животных. О, абракадабра! Я попробую, а ну, превратись в лягушечку. Абракадабра, волшебное слово. Ну? Ну? Ха-ха-ха! Работает! А ну-ка! Назад превратись. Ой, классная палочка у меня. Надо ее спрятать от всяких пранковальщиков. Так, привет, ребят, с вами я, Вадим Катун, и мой бро... Руриган. Ребят, мы играем в новую обновленную Scary Teacher 3D и специальные уровни, друзья мои. Остался у меня один пятый левел. Вот с него я, ребят, и начну. Да, здесь, ребят, будет очень и очень интересненько, поэтому поставьте лайк прямо сейчас. Ой, давайте посмотрим. Так, ребят, да не получится у нее спрятать волшебную палочку от нас. Потому что мы найдем ее и что-нибудь с ней сделаем. Опа. Руриган, смотри. Это лопата. Это лопата. Это интересненько. А что она тут делает? Что делать тут лопата, ребят? А? А вон суп. А вон суп. Супчик? Ты хочешь супчика? Так, скелетосы, ребят, смотрим, смотрим, чтобы не пропустить ничегошеньки. Так, никакую штучку-дрючку. Она где-то ходит, ребят, рядышком. Бжик, 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 ладно. Ух ты. А эти кустики были? Смотри, так светятся красиво. Бежим сюда. Я знаю, что нам надо. Так, слушай, о, возьмем ножнички. Ребят, я знаю, как испортить ей все. Зачем? А я видел где-то по ютубу показывали. Что, надо взять лопату и пойти вот сюда вот, на заднюю часть двора, где могилки. О, видишь, вон свеженькая могилка, ребят. Смотри, Elder Witch. Мама мия, кто здесь, ребят? Она уже укокошила кого-то. Давайте разроем и посмотрим, кто здесь. Блин, если честно, стрёмно. А! Блин, кто это, ребят? Может, это соседка? Ладно, ребят, нам для заклинания понадобятся ее волосы. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, как стрёмненько. Вот они. Давайте закроем. Фак, мазефак. Мазефак, фак, фак. Ой, идет, идет, ишь какая. Так, ребят, где она варит свое варенье? Вон. Оу, кто это такой? Смотри, смотри. О, дяденька, ты меня не видел, окей? О, слушай, а можно с тобой договориться? Чувачок, ты сможешь мне... помочь, пранкануть, мести. Ух, ребят, он вообще... Сюда, наверное, близко нельзя заходить. А то он меня вообще превратит в кого-то. Давай, чувачок, поможешь мне? Я отблагодарю тебя. Хорошо, Вадимка, приноси все необходимое. И мы с тобой договоримся. Спасибо, все, я побежал искать все необходимое. Если честно, не все допомню, что надо искать. Так, ладно, ребят, погнали. Будем искать сейчас. Подвальчик, зайдем через подвальчик, ребят. Темно. Я не вижу ничего. О, кто это? Мама мия, ребят, кто это? А ну, уже можно взять. О, смотри! Мать моя женщина, я взял глаз у него. А это, оказывается, рубин какой-то. Ой-ой-ой, это что? Летучая мышка. Да-да, нам это надо для заклинания. О, смотри, она на могилке пошла. Офигеть, ребят, офигеть, я сейчас обделаюсь. Так, что здесь на кухне? Так, ручки ползают. Так, ребята, вы тут нормально без меня? Хорошо, хорошо. О, смотри. Мне показалось, что я могу взять что-то. Я сейчас, честно, я не сильно помню, но будем искать. Будем, ребят, искать здесь что-нибудь интересненькое. О, свечечки, здрасте, свечечки. Так, что у меня есть? У меня... До скелетов тоже надо подойти. Сейчас, ребят, мы все комнаты обшарим. И мы найдем обязательно то, что нам надо. Так, так, что так. Что нам надо? Боги, вот знаешь, что-то надо. Вот, ребят, смотрите, вот ее волшебная палочка. Стоит у нее в комнате. Но мне надо, смотри, вот сюда поместить какую-то штучку в виде звезды. А где мне ее найти? Давай. Это вопрос. А надо купить? А что, есть, продаются вот такие штуки? Проверяю. Ты чё, было бы круто. Смотри, всякая разная есть, но нет, такой штуки нету, Рори. Было бы неплохо так, ребят, как говорит Рори. А может, это шампанское?
Так, так, слушай, где это? Я уже потерялся. А, я тут. А нам надо. Слушай, вот, идем сюда. На улицу. До вампира идем. Ты ж помнишь, он вроде бы заперт здесь. О, точно, в этой комнате, ребят, же живет этот дядька. Эй, тыщ, открой, дяденька. Слушай, можно у тебя монетку эту позаимствовать? Я обязательно верну. Ну, короче, если не верну, то я пранкану мести хорошенечко. Ну ладно, Ванюха, бери. Спасибо, вампир. Ребят, всем надоело мести. Она настолько, ребят, противная, что все пытаются мне помочь ее пранкануть. Так, ребят, вы поняли? Для волшебной палочки мне нужны... А! Смотри. А, вот он! Вот эта штучка! Спасибо, ребят! Я пранкану мести и верну. Ну, наверное, верну. Так, ребята, где она? Она где-то на улице, да? Ребят, ух, капканчик, чуть не попался я. Тык-тык-тык-тык. Ребят, кто еще лайк не поставил? Обязательно поставьте лайкосик. Сейчас у нас будет, ребят, знаете что? Да, на то сюда. Абракадабра, волшебная палочка у меня. Рорик, а ну иди сюда, малыш. Сейчас я тебя превращу в ослика. А ну, Рорика, подходи, буду в ослика тебя превращать. Не хочешь? Рорик испугался, не хочет, чтобы я его в ослика превратил. Смотри, друг мой, смотри, что я умею. Смотри, я знаю, можем эту волшебную палочку поломать этим ножом, смотри. Все, мы сломали палочку. А зачем? А я не знаю, зачем. Она уже на втором этаже. Я убегаю, ребят, я иду варить варенье. Там главное не убиться тут. Ёлки-палки, я пострадал немножко. Не знаю, может, дойдем до этого гнома. Я с ним договорился. Он тоже поможет пранкануть мести. Сейчас попробуем дать ему зеленый медальон. Ну-ка. Дяденька, можно зайти к вам? Если честно, близко подходить. Давай, ладно, с монетки начнем. А, гномы любят золото. О, он же просил золото. На, дружище. Хорошо, Ванюха, давай мне остальные зелья. Так, дяденька, у меня есть... А, найди клык волка и приноси его сюда. Хорошо, я понял, я все сделаю, друг мой. Так, Рорик, мне надо найти клык волка. Я не помню, где он, если честно. Давай проверим. Сейчас мы его найдем. Так, там, ты слышишь, знаешь, где я не проверял? Вот там, наверху. В самой популярной комнате, где все хранится. Сейчас увидишь, друг мой, увидишь. Так, ребят, гном заказал клык волка. Хорошо, она на улице, да, ребят? Клыцару, это зуб. Ой, вампиры! Фу ты, вампиры, привидения летают! В этой комнате, ребят, хранится клык волка. В комнате пыток. Вот, смотри какой! Волчара, ты не против, если я зубик твой возьму? Я обязательно верну. Ой, блин, у него глаза загорелись. Мама мия. А Мести ходит, смотри, вон она. А, я ее вижу. А я сейчас ее... Мести, заходи к нам, на огонечек, дорогая. Ребята, она летит. Она, воу. Сейчас подожду ее чуть-чуть. Воу, обратно чуть не разбился, ребят. Я побежал до гнома. Вон она выглядывает. Так, гномчик, я несу тебе клык волка. Я надеюсь, сработает сейчас все. Дружище, ты ж золото взял мое? Э, дядька! Не понял, а что ему еще надо? Ребят, может... А, палочку сначала, давай. Сделай так. Так, теперь вот эту штучку. Ай, ё-моё! Ух ты! Ничего не получилось, ребят, вряд ли получилось. Смотри, откуда у нее палочка? Смотри, что она вытворяет. Вау, Мести, да ты настоящая. Да, ребят, я ничего не сделал. А, я неправильно все сделал. Ай-яй-яй. Как жаль, ребят, мой пранк не удался. Придется переиграть. Рориган, ты готов? Начинаем, ребят, и все делаем теперь правильно. Ну как, в меру возможности. Так, ребят, я уже здесь. Я беру эту волшебную палочку. Так. Так. И иду, сломаю ее быстренько. Так, нам надо сломать быстренько эту палочку. Берем вот такой вот топор и... А! Вот она, напополам перерубленная. И, ребят, что мы делаем? Мы бежим и... Бежим куда мы? К гному, который варит зелье. Так. Ух, ребят, нас может запалить Мести. А ну-ка.
могу выглянуть, ребят, и она может меня спалить, что я здесь. О, вот она! Крик-крик-крик, она уже здесь, ребят, почти здесь. Ладно, я выпрыгну, надеюсь, не разобьюсь. Так, мы сейчас, ребят, первым делом гному дадим монетку. Так, надо не забыть, что делать нам. Тыгрик-тыгрик. Все, ребят, я спрыгнул. Ай, ё-моё, ножка моя ножка. Так, теперь, Рориган, надо не забыть, что нам делать по порядочку. Платим монетку этому прекрасному человечку. Отдаем теперь волшебную палочку и зеленую штучку эту. Смотри, теперь он говорит: принеси мне клык волка. Хорошо, чувачок, я принесу тебе клык волка. Так, Рориган, клык волка у нас где? На втором этаже. А что я не взял сразу? Или у меня не было места? Точно. Так, ребят, где наша мести? Она как... Что это? Смотри, рука варит. Какой-то супчик. Опа, опа, ребят, мести хочет вниз спуститься, да? Ага, видим мы. Так-так-так-так-так-так-так. А мы... О, передумала. Не передумала. А мы бежим за этим самым, за клыком. Клык здесь. Да, я помню. Так, ребят, а ну, волчара, отдай мне свой клык, быстро. Ха! О, мама, ухи волк. Стрёмный тип, короче. Неприятный, я так скажу. Если честно. Так, главное, чтобы мести до гнома не пошла. Она возле гнома. Да, я вижу, она возле гнома, Рори. Нам надо подождать, пока мести уйдет от бассейна. О, она прям туда пошла. Я иду, мне надо отвлечь ее. Мести! Смотри, мне надо отвлечь ее, чтобы... Ай! Интересно, я смогу убежать? Елки-палки, нелегкое это дело. Она шла до гнома. Мне, ребят, надо было. Мне ее отвлечь надо было. Ого, она газует. Сейчас. О, тут закрыто, ребят, закрыто. Придется через окно заходить. Все, надеюсь, она меня потеряла. Потеряла она по кругу. По кругу? О, а где она тут? Ёли-пали. Так, ребят, она... Она категорически не хочет, чтобы я... Все, ребят, я свалил, я надеюсь, она меня не увидела. Фух, ребят, несу гному. Что? А смотри, а что это? Колдун, through the fang. Уже он передумал, ребят. Блин, не дай бог, чувак, не дай бог тебе клык не подойдет. Что ты это такое, Рори? Ёли-пали, не дай бог ему клык не подойдет, я его убью. Так, ребят, должна получиться волшебная палочка. Ой, она уже близко. Чувак, я забираю волшебную палочку и... И уматываю. Обратно она меня увидела. Мама, колдун, не сдавай меня. Я ж тебе заплатил, чувак, бабок. Так, ребят, уматываем отмести. Надо положить эту палочку. Там, где я ее взял. Фух, ну слава богу, сработало хоть. Пацаны, задержите ее. Бегу. Фух, ребят, бегу сюда. Так, волшебная палочка. Все, а вот эту штуку не надо забирать. Все, куда мне валить, куда валить? Куда валить? Смотри, она прямо уже здесь, на втором этаже. Все, ребят, я убежал. Она меня уже не найдет. Так, да начнется представление. Превратись ты в жабу. Ребята, наша мести. В свинью превратилась. И дубль 2. Ой, это что такое? Я что, превратилась в мышу? И веник меня лупит по заднице? Ой, нет, что это такое? Неужели я разучилась колдовству? Абракадабра, палочка, почему ты не работаешь? Я ничего не пойму. Неужели? Вадик, это ты меня пранканул? Ой, королева Дракакула, остановись! Ага, ребят, Рориган, дай пятак. Мы прошли с Рориганом все уровни этой злой училки. Смотрите. Так, special chapter. Трыч. Вроде бы там Рориган, я знаю, что видел, что у ребят на ютубе уже появилась какая-то еще версия, где мести... Короче, новые уровни появились, ты понял? Где?
Поэтому, ребят, ждите, скоро будет новый обзорчик на Мисти. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Пока-пока.